Сегодня я хочу вам показать еще одну замечательную тетрадку. Это ребусы и кроссворды. Она подойдет для деток от 5 лет. Такой, я бы сказала, тренажер для ума. С помощью этой тетрадки ребенок расширяет свой кругозор, увеличивает словарный запас, учится писать слова, запоминает, как правило, больше, да, слов, словарный запас увеличивается, тренирует логику, мышление, интуицию, учит строить логические цепочки, развивает мышление, память и становится более находчивым, внимательным, сообразительным. И сейчас я вам покажу несколько заданий. Тетрадка замечательно подойдет как вариант взять ее в дорогу, да, то есть с ребеночком можно позаниматься и отлично использовать, провести время. Что из себя представляет задание? Да, это у нас на одной страничке идут ребусы, и на второй страничке уже идет кроссворд. То есть все слова, которые ребенок отгадал в качестве ребусов, мы вставляем кроссворд по цифрам. Например, молоток, да, молоток. Вот здесь находим рисуночек молоток. И по цифре 3 вписываем сюда слово. Таким образом, мы разгадываем ребусы и выполняем кроссворд. В комплекте идет маркер, как обычно, с любой тетрадкой. Маркер для белой доски, который легко стирается с помощью обычной сухой салфеточки. Использую спонжик. Пишем молоток. И после выполнения задания все это у нас легко стирается, убирается без каких-то следов. То есть это можно использовать неограниченное количество раз. И вот таких вот заданий у нас получается 30 разных заданий, очень интересных, которые чем дальше уже посложнее. Такой вот вариант тетрадки можно взять вполне в дорогу для деток от 5 лет и занять малыша в дороге.